Нашли вот такие древние ископаемые какие-то стены, вот такие интересные. И вот эта вся древность нас привлекла сейчас с мамой. Слушайте, мы решили еще много обойти и посмотреть. Это какие-то были постройки, я не знаю, сколько им тут тысяч лет. Смотрите, прям в камне что-то было построено. Да, видишь, тут точно. Вот. 100% это как-то. Угу. Или в камне залезали, или так раньше строили. Тут прям много. Это прям все, наверное, был какой-то Саламин, действительно. Как городок или улочка, что оно. Райончик. А это как текло что-то. Может, тут какой-то был извержение вулкана. Нет, вот эти все ровные стены, вряд ли это природа так постаралась. Природа создает красивое, но не очень ровное и несимметричное. Вот опять стена. Ты видишь? Там перестенок был. Ну, это огромное какое-то здание было. Там вот, видите, такая речка. Море сюда тоже распространяется, и здесь судно. Это рыбацкие такие постройки, домики. Залезла туда, а назад спускаться. Так, а мой кофе, наверное, остыл уже. Тоже спрашивал, а ему сказали, что... Ну, действительно, это постройки старинные какие-то. Ну, он же журналист, спросил, рассказали местные. Интересно. Да, она... Как же узнать? Вот мне классно, я тут как раз сидела напротив и любовалась этой стеночкой. А как ты узнаешь, мама, как ты узнаешь? Золотая вагонетка, тут прям чутко видно, что это стена, что это выступ. Да, ты никак не узнаешь. Тут я хочу вот это. Да, здесь тоже, видишь, такие же развалины. Он, видишь, тоже вот вверху. Я часто такое вижу, это не только здесь. Да, я...